Я расскажу доказательства одной из самых важных теорем математического анализа. Теоремы о связи предельного перехода и дифференцирования. Как видите, доказательство – это всего две страницы. Причем оно абсолютно естественное. То есть вот, три леммы, каждая из которых очень легко и абсолютно понятным образом доказывается. И после этого столь же коротенькое и ясное доказательство самой теоремы. Итак, пусть у нас дана последовательность дифференцируемых функций, определенных на отрезке. Можем ли мы утверждать, что если она равномерно сходится, то и последовательность производных равномерно сходится? Нет. Ну, например, если fn от x – это синус n квадрат x, деленный на n. Разумеется, эта последовательность равномерно сходится к нулю, а вот производные – это n косинус n квадрат x. Как видите, косинус от минус единицы до единицы, а когда его умножаешь на n, разумеется, никакой равномерной сходимости не будет. Если вы не хотите строго это доказывать, рассматривая значение косинуса, то можете просто вообще так сказать. Вот если мы рисуем маленькую-маленькую по абсолютной величине функцию, но которая очень сильно колеблется, то, разумеется, производные можно так подобрать, чтобы они были очень большими, и все, и ничего не получается. Поэтому, если и пытаться получить точную теорему, то нужно действовать в обратном порядке. Пусть последовательность производных равномерно сходится. Давайте поймем, будет ли в таком случае сходиться последовательность функций. Ну, при точной такой формулировке нет. Скажем, последовательность fn от x равна n. Это функция от x вообще не зависящая, значит, производная это 0. 0, конечно, равномерно сходится к нулю, все замечательно, а вот сама последовательность расходится. Если хотите зависимость от x, да пожалуйста, fn от x, пусть это будет x плюс n. Все равно, разумеется, будет расходиться. Но здесь уже видна причина. Видно, что у нас просто эти функции уходили в бесконечность, да? И вообще, когда дифференцируете, то производная постоянной – это 0. Поэтому, конечно, от такого вот возможного дрожания или убегания надо себя защитить. Точная теорема звучит так. Если функции fn дифференцируемы на отрезке, последовательность производных равномерно сходится к некоторой функции g маленькая, и хотя бы для одной точки c нашего отрезка последовательность значений fn от c сходится, то последовательность fn от x равномерно сходится к дифференцируемой функции, причем производная этой дифференцируемой функции равна g от x. Доказательство основано на рассмотрении такой вот замечательной функции gn от x, y. Значит, как она определена? Если x равно y, то это просто производная в точке x. Вот она, первая наша формула. gn от x, x – это fn штрих от x. А вот если x не равно y, то gn – это отношение fn от x минус fn от y к x минус y. Если секундочку подумать, то это абсолютно естественная вещь. Нас интересует производная, ну а производная получается как предел такой вот величины. Fn от x минус fn от y разделить на x минус y. И вот сейчас будут три леммы. Первое. Gn от x, y непрерывно как функция от x при любом фиксированном y. Обратите внимание, если бы функция fn' была бы непрерывной, то мы могли бы сказать, что gn от x, y непрерывно просто как функция двух переменных. А у нас в условии теоремы не требуется непрерывность функции fn'. У нас просто сказано, что в каждой точке функция fn имеет производную. Поэтому в лемме 1 сформулировано вот так. Фиксируешь y, получаешь функцию от одной переменной, функция gn от x. И вот такая функция непрерывна, как функция от x. Вторая лемма.
Последовательность же n равномерно сходится к некоторой функции g большое. Третье. Это вот функция g большое полученная непрерывно, опять-таки не по двум переменным. Вот если была бы непрерывная дифференцируемость наших fn, то была бы и по двум переменным. Но здесь нет, не обязательно. Здесь так, функция g непрерывна как функция от x при любом фиксированном y. Причем g от x, x – это g маленькое от x. Доказываются эти леммы очень легко. Первое, ну вообще очевидное. Если x не равно y, то функция gn – это частная двух непрерывных функций. fn от x минус fn от y – непрерывная функция. X минус y – тоже непрерывная функция. Вот там, где x равно y, нельзя так рассуждать, потому что знаменатель будет нулю равен. А если x не равно y, то просто частная двух непрерывных функций. А вот в точке xx надо посмотреть, как ведет себя наша функция gn от x плюс h x минус gn от xx. Это, ну, просто по определению, да, gn от x плюс hx – это отношение fn от x плюс h минус fn от x разделить на h. Ну, а gn от xx – это тоже по определению fn штрих от x. А просто по определению производной – это стремится к нулю. Ну, вот и подзамечательно. Замечательно. Функция gn непрерывная, как функция от x при фиксированном y. Теперь доказательство леммы 2. Ну, если просят доказывать равномерную сходимость, то, разумеется, мы должны воспользоваться критерием Кауши. Берем точку с координатами x, y, где x не равно y. Тогда и gn от xy, и gm от xy вычисляется по формуле как разность делить на разность аргументов. И теперь мы применяем теорему Лагранжа о конечном приращении к функции, которая в каждой точке равна разности n и m функции f. Вот такая точка кси, расположенная между x и y, существует. И, собственно, все. Потому что производные равномерно сходились. А здесь стоит разность fn штрих от кси минус fm штрих от кси. Вот по необходимому и достаточному условию равномерной сходимости получается, что действительно равномерно стремится к нулю. Если x равно y, то еще легче, потому что тогда это просто разность n и m производной, то есть берем fn штрих от x и минус fm штрих от x. Да? У n и у m функции рассматриваем производное и вспоминаем, что равномерно сходилось. Лемма 2 таким образом тоже абсолютно очевидна. Лемма 3 еще легче. Давайте я все-таки напомню вам формулировки. Первая это была про непрерывность, вторая, что равномерно сходится, а третья, непрерывно как функция от x при любом фиксированном y. Заметьте, у нас есть первая лемма, что непрерывно как функция от x. Лемма вторая, что равномерно сходится. Ну а у нас есть теорема о том, что предел равномерно сходящийся последовательности непрерывных функций. Непрерывная функция. Читайте. При фиксированном y по лемме 1 функции gn непрерывны. А по лемме 2 они образуют равномерно сходящуюся последовательность. Предел равномерно сходящейся последовательности, это одна из важнейших теорем анализа, непрерывных функций, непрерывная функция. Вот. Теперь, почему же g большое от xx равняется g маленькому от x? Да просто потому, что по определению gn от xx это производная n функции f в точке x. А эти самые производные fn штрих от x стремились к g от x. Все. Теперь доказательство теоремы. По условию существует такая точка c, что последовательность значений fn от c сходится. Вспоминаем, что такое gn от xc, и получаем формулу. Fn от x – это есть fn от c плюс x минус c умножить на gn от xc. Обратите внимание, эта формула верна и в точке x равно c, потому что тогда разность c минус c будет равна нулю,
И получим просто fn от c равняется fn от c. Это действительно так. Вот, получаем, что последовательность fn от x равномерно сходится. Ну, потому что fn от c от x никак не зависит и стремится к какому-то там числу. А x минус c и gn от xc, они равномерно сходятся. Вот, значит, к некоторой функции f от x все хорошо. Осталось понять, почему же производная от этой вот полученной функции f от x равна именно g, маленькая от x. Ну, вспоминаем, что такое производная. Отношение приращения функции к приращению аргумента. Но что такое f от x плюс h? Это предел fn от x плюс h. Что такое f от x? Это предел fn от x. Значит, нас интересует, ведь fn от x плюс h минус fn от x разделить на h, это в точности по определению gn от x плюс h, x. Так вот, нас интересует предел gn. Но это было g большое от x плюс h, x. При этом, по лемме 3, функция g от x плюс h, x непрерывна, как функция от h при любом фиксированном x. А значит, когда h стремится к нулю, значение g от x плюс h, x стремится к g от xx. Но g от xx, в той же самой лемме 3 написано, это g маленькое от x. Значит, величина f от x плюс h минус f от x разделить на h стремится к g от x при h, стремящемся к нулю. Это и требовалось доказать. Давайте я еще два слова скажу о том, почему это такая вот важная теорема. Не обязательно здесь было писать n. Мог быть какой-нибудь параметр, который стремится. То есть у нас важно было, что есть функции, зависящие от какого-то параметра, и происходит стремление, равномерное стремление производных. Ну и в какой-нибудь точке значение функции тоже должно стремиться. А таким образом, это можно применять в очень большом количестве случаев. Разумеется, говорить о последовательности функции и, скажем, о ряде, это более-менее одно и то же, потому что сходимость ряда – это то же самое, что сходимость его частичных сумм. И вот всякий там переход к пределу, ну, дифференцирование под знаком интеграла и так далее. Очень многие такие случаи на самом деле сводятся к доказанной теореме. Часто она не нужна в таком виде, потому что очень часто оказывается, что функции fn не только дифференцируемы, но и непрерывно дифференцируемы. Тогда вот это вот рассуждение на самом деле не нужно, потому что достаточно будет сказать, что функция по формуле Ньютона-Лейбница восстанавливается по своему значению в точке c и производной как интеграл. Ну, а естественно, если у вас производные вот эти равномерно сходятся к какой-то функции, то и для интеграла будет то же самое. Но заметьте, в формулировке теоремы не требуется непрерывность производной. Мы сумели обойтись без нее.